Как не бросать заниматься спортом? Или там похудением? Мало пойти в зал или там купить программу тренировок? Пусть даже такую классную, как у меня, на сайте есть jbody.ru/sale. А надо еще заниматься. Вся эта херня с красивой фигурой сталкивается о непреодолимую стену отсутствия результата. Видимого результата. Вы, люди, существа очень ленивые. Вам хочется сделать и сразу получить ответ. Но фишка в том, что в качалке, как и в жизни, да в принципе, как и в заработке, результат не бывает сразу. Тебе придется вкалывать какое-то время без него, без результата. Это многим не нравится. Ходишь в зал, тренируешься, таскаешь железки, сидишь на диете. И все то же самое. Обидно. 3 месяца. Ты должен или должна настроиться на 3 месяца плодотворной работы. Без результата. А если ты все делаешь правильно, сидишь на диете, хорошо спишь и тренируешься, результат гарантированно будет. А если нет результата, значит неправильная программа или неправильное питание. А у меня вот тут есть правильное. Через 3 месяца у тебя должен быть первый заметный результат. Через 1/2 уже хороший. Ну а через 1 год отличный. А если этого всего нет, ты знаешь, что делать.